Выберем новые визуальные символы страны. В марте стартовал совместный мультимедийный конкурс ВГТРК и Русского географического общества. В течение 6 месяцев жители будут голосовать за самые яркие памятники природы и архитектуры. В каждом федеральном округе определяют 10 лучших с помощью всенародного голосования. Московскую область представляют 13 объектов. Среди них Коломенский Кремль, Троице-Сергиева Лавра, музей-усадьба Архангельская. Одна из важнейших функций проекта – продвижение имиджа России как уникальной страны с богатейшим культурным наследием. В итоге в сентябре станут известны 10 победителей. Организаторы голосования призывают присылать фотографии, посвященные объектам участникам конкурса. Материалы, собранные в ходе реализации проекта, будут использованы при создании в Московской области ландшафтного парка «Россия». Отдать свой голос и узнать подробности можно в интернете на сайте проекта «Россия-10».